Вот, мама дорогая, бля, вот ты мне скажи, почему я не такой, короче, как все, а? Я одел, короче, наушники, блядь, кайфовые, блядь. Раньше хули и магнитофоны носили на плечах, правильно, да? Похуй вообще было хули, но... Сейчас наушники, короче, большие одел, блядь. Что-то людям не нравится. Что-то смотрят, короче, что-то, блядь, не то, хули, короче, но я не понимаю, хули. Блять, вот ты мне, мама, скажи, вот, дорогая, блять. Вот играет, короче, пси-транс вообще, блядь, вообще заебись, хули. Ну. Уши, блядь, не режет, и, блядь, даже в них не дует, короче. Но люди это вообще не понимают, короче, ну. Понимаете, да? То есть, если ты большие наушники, короче, я одел, да, что, блядь, телефон, хули, винда десятка в нем, блядь, что с компа, блядь, что с него, вот похуй вообще, ну. Но у них, блядь, какие-то взгляды на таких людей, что ты не такой, как все. Понимаете, хули? Вот в зоне ходят в робе в черное, а? А ты хуякс вышел, короче, блядь, в пижаме, блядь. Но, ёбаный, им не по кайфу, короче. Я в ахуе, блядь.